Дорогие друзья, приветствую вас еще раз. Выезжаю со двора нашей телестудии и направляюсь, в принципе, недалеко, но место интересное. Это территория бывшей шелковой, шелкоткацкой фабрики в Белецке. Обращу мисс Кархана. Называлась, или обращаем из фабрика по-грузински, где выпускали шелк. Она уже давным-давно не работает сама, она, эта фабрика, территория приватизирована, принадлежит Бедине Иванишвили, компаниям Бедине Иванишвили. И вот в одном из цехов бывшей фабрики, там сейчас офисы какие-то, ну, все знают, Тбилиси, все знают, здесь же она на площади Героев расположена. Вот так нам хорошо здесь сделали баслайн, что машина не может выехать по той простой причине, что сверху мчатся автомобили, которым абсолютно наплевать на то, что ты должен выехать. А раньше выезжали прямо вот в первую полоску, а сейчас ты должен уже прямо в поток влиться. Вот, в принципе, вот прямо здесь эта фабрика, мы сейчас к ней подъедем, но для того, чтобы к ней подъехать, нам нужно будет сделать небольшой круг, подняться сейчас по Варазис-Хеви на Меликишвили, доехать до филармонии и спуститься. Здесь будет театральное представление режиссера, постановка режиссера Лары Исаевой, это моя коллега, очень приятная дама, Авлабарская, которая родилась на Авлабаре, настоящая тбилисская такая девушка, девушка такая уж повзрослевшая, которая много лет работала в Москве на Мосфильме сценаристом, писала сценарии, снимала сериалы известные, работала с очень известными актерами. Но где-то в 2015 году решила вернуться сюда, домой, и здесь продолжить свою деятельность. Мы вам ее показывали, Ларочку Исаеву, замечательная, вам она тоже очень понравится. Это я обращаюсь к тем нашим зрителям, кто не видел ее у меня на странице. Она занимается и кулинарией, у нее вот небольшой такой свой барчик есть, с таким театральным акцентом она проводила такие не спектакли, а читакли. Она читала пьесы сама. У нее очень такое хорошее актерское мастерство у самой выработано. И поэтому она замечательно читает. И вот недавно поставила спектакль. Несколько раз уже были показы. Ну вот, как назло, ни разу не получилось прийти. И вот сегодня у нее последняя игра в этом сезоне, в принципе, закрываются они до, наверное, осени, потому что, ну, сейчас все абсолютно театральные коллективы тоже уходят в отпуск. Ну, у них было немного таких спектаклей пока что. Ну, вот посмотрим сегодня. Она мне позвонила, очень попросила, чтобы я приехал. И, наконец-то, мы бы сделали небольшой с ней репортажик. Обещают, что на показе будут тоже очень интересные люди, которых будет очень интересно записать. Так что посмотрим. Сейчас вот спускаюсь я по Куставу. Вместе давайте проделаем это с вами расстояние. Покроем. Ну, спектакль уже начался. Но он долго идет. Где-то полтора часа. В принципе, для съемок мне не нужно, естественно, столько. Я же не записываю прямую трансляцию. А сам этот спектакль я видел в записи, потому что когда они репетировали, вот генеральный прогон, они записали, снимали на камеру, я просмотрел его. Поэтому, в принципе, все знаю, но сейчас детали раскрывать не буду, дорогие мои, потому что будет уже потом неинтересно.
смотреть, вот где-то здесь я сейчас должен проникнуть на территорию вот этого Silk Factory. Посмотрим, меня пропустят или не пропустят. Ага, пропустили. Сейчас узнаем, где нужно остановиться у театра. Гамаджоба. Нет, театр там, театр Широмохта. Ида перхо. А, чао иде. Хоунде. Ай, Маджоба, Маджоба. Вот, дорогие друзья, это самая бывшая территория шелкоткацкой фабрики, которую тоже будут демонтировать и убирать скоро, потому что здесь тоже будут строить какой-то 60 или 80-этажный огромный комплекс. А вот здесь, да, видно лестницы. Вот. По этим лестницам нужно спуститься. А может быть, не по этим, а по другим нужно спуститься. Давайте посмотрим, раз мы приехали. Вот, а, туда нужно спуститься. Раз мы приехали в какой-то двор такой старый, а-ля двор потерянного времени, да, то интересно, естественно, посмотреть, что здесь может происходить. Что написано? Хьярулем зареулепи. Веселые повара. Что-то веселье не особенно видно. И здесь у них тоже Funny Cooks. Я думал, что здесь какие-то раритетные будут стоять машинки, поэтому мне стало интересно. Но ничего такого здесь нет. Обычные современные ниссанчики. Так, ну давайте тогда припаркуемся и отправимся на спектакль. Вот так вот. Где здесь можно остановить машину? Ну, я думаю, что вот здесь вот можно ее остановить. Здесь стоит чей-то кабриолет. Не думаю, что Люба Успенская приехала сюда. Так что давайте, дорогие друзья, до встречи в следующем видео.